Так, тебя что-то не видно, вот так. Добрый день. Я вчера прочитал опять твои эти метания. Так, ты когда-то просился приехать, я тебе разрешаю. Из Потеряевки я тебе маршрутку скину, все, что взять. И ты поживешь здесь. Но ты дай мне слово, что ты не будешь поперечничать, восставать. Ты в строгом послушании будешь. Притом я тебе ничего зло не буду делать, требовать лишнего не буду. Просто, чтобы то, что я скажу, ты успевал обдумать. В ответ сразу никак. Опусти глаза все, и дальше все как надо будет. С Володей дружен был. Ну, ты видишь, нас люди-то какие, телята. Ты меня понял? Конечно. Это мне Господь сегодня положил на сердце. Вернуть то твое предложение тебе и сказать. Если ничего не изменилось, приезжай, поживешь с нами. Отдохнешь, поработаешь, покупаешься, порыбачишь, и глядишь, себя это, этот панцирь сползет. Все. Христос, она... Все тебе хорошего, дорогой мой. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Так, обещаешься, нет, быть послушание? Ну, конечно, обещаюсь. Я же уже понял свое состояние. Все. Притом я никогда не требую лишнего. Ничего не требую лишнего. То вот в чем дело-то. Ложимся спать вместе, встаем вместе. С Богом! Отошел. Мне скорее надо.